Низкие цены на сезонные овощи и фрукты привлекли десятки жителей Ленинского городского округа. Видео с ярмарки для многодетных семей муниципалитета нам прислали зрители телеканала «Видное ТВ». Это значимо для многодетных семей, потому что все мы знаем, что многодетные семьи испытывают повышенную финансовую нагрузку. Картофель, капуста, лук по 10 рублей за килограмм, яблоки по 30. Таких цен не встретишь в магазине. В преддверии Нового года для многодетных семей это отличная возможность запастись нужными долгохранящимися продуктами. У меня 5 детей, мне тяжело по 50 рублей картошку купить. Мне, конечно, проще за 10 рублей, да, например, вот купить. Большая помощь вот от нашего города, скажем. Вот, спасибо большое, ждем еще такие акции. В организации дотационной ярмарки участвовали члены национально-культурной автономии азербайджанцев Ленинского городского округа, представители администрации муниципалитета и просто неравнодушные предприниматели. Подобные акции будут продолжаться.